Ангелине 15 лет. Девушка состоит в военно-патриотическом клубе «Воин». И главное ее увлечение не совсем обычное – рукопашный бой. Говорит, что занимается даже не ради физической подготовки, а потому что нравится. Мы сначала распределяемся по парам. Нам тренер говорит, делаем акробатику. Мы делаем акробатику. Если говорит, какие-либо драки придумать, мы их придумываем, потом это все вместе складываем. Вместе с остальными членами клуба Ангелина участвовала в показательных выступлениях. Ребята продемонстрировали навыки владения приемами рукопашного боя. Помимо этого, дети занимаются еще и военной подготовкой. На военных занятиях у нас топография, походы всякие мы различные проводим, стрельбы с учебного оружия. И ездим по экскурсиям. Руководитель клуба «Воин» – бывший сотрудник органов внутренних дел. Члены общественного совета УМВД вместе с полицейскими провели для ребят экскурсию по Немчиновскому отделу, чтобы познакомить с профессией. Большой интерес вызвала процедура дактилоскопирования и отбор сравнительных образцов отпечатков пальцев и ладоней рук. Кинологи показали, как работают с собакой. Я узнал, как собаки находят взрывчатые вещества, как они выполняют различные команды. Ну как вообще устроен полицейский участок? Артем признался, теперь и сам хочет завести собаку, чтобы заниматься ее воспитанием, а в дальнейшем, возможно, стать кинологом. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».